Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play. Мы играем в симулятор продавца автомобилей, перекупщика. Давайте зайдем. Сегодня поедем на район, посмотрим, что у нас на районе, какие тачки. Автомобильный рынок открыт. Опа! Ладно, давай сейчас сразу купим здесь машину. Вот это мне понравилось. Нифига, какие у нее колеса! Крутая тачка. Поговорим, сколько стоит машина, сейчас узнаем. Всего лишь 13 тысяч, давай сторгнемся до 11 тысяч. 11 тысяч купим или нет? Почему у меня такой ракурс, интересно? Да, купили мы тачку. И отправляемся на автомобильный рынок. Кстати, мы недорого тачку взяли. О! Тихо! А, это же советская машина, подожди. Вот это мне нравится еще, машинка. Сколько она стоит? Она явно не дешевая. Может быть, мы купим ее тоже? 16 тысяч, торганемся за 14 тысяч, мы ее покупаем. Не, предложение. Да. Да, продала нам за 14 косарей. Мы машинку отправляем на эвакуатор, а сами едем на вот этой интересной тачке. На автомобильный рынок. Где здесь выезд? А, тут нет выезда, тут тупик. Ладно. Развернемся аккуратненько, чтобы не повредить тачку. Оп-оп-оп, тихо. Блин, смотри, они поворачивают, даже не дают мне проехать, гады. Ладно. Какая машина классная. Сколько стоит? Подожди, давай торгнемся, может быть, нормально будет. 55 тысяч. Торгуемся за 50 ровно. За 50 ровно она нам продаст. 5 тысяч она скинет? Нет. О, да. На 5 тысяч мы скинули. Сегодня наш день, ребята. Продолжаем скупать машинки. Мы тогда автомобильного рынка и не доедем. Интересно. Очень интересно. А, вот и проезд. Ладно, мы поедем прямо. Посмотрим еще, может, это... Нет, это какая-то развалюшка. Тикс, тикс, тикс. Тихо. Аккуратно. Поворачиваем. Ах, смотри, чуть не врезалась меня. Очень скоростная машина. Главное. Автомобильный рынок где у нас? Сюда налево и поворачиваем, кажется. Блин, сегодня движняк такой на улице. Ага, это мой контейнер. А где мы были? Знаешь, мы правильно, правильно все едем. Главное не врезаться никуда. А вот... Да ну нафиг, перевернулась машина. О, нет, не в остановку. Черт. В остановку врезалась. Оба, это такое что-то интересное было. Машину подкинуло. Так, ладно. Выходим с тачки. Вот такая мне нравится. У меня 200 тысяч. Попробуем побазарить с ним. 25. Торговаться за 20. За 20-очку давай. Всего лишь. А я подумал, ваше предложение. Мне оно не интересно. Да ну, давай за 21. Что-то здесь как-то на автомобильном рынке не очень так торгуются. Ну, сейчас мы проверим, как эта машинка ездит. Оп. О, какая классная тачка, ребята, смотрите. Вот эту тачку я хочу себе. Бабулька какая-то продает. Да ну нафиг. Ты такую крутую тачку продаешь. А сколько? 34. А вот она торганется до 30, смотри. Спокойно. А ну-ка, торганешься? А, да, купили мы эту машинку, давай мы ее пока... Ну давай, сесть в машину, господи. Казалось, что тут даже музыка какая-то играет. О! О! Нифига, у меня уже три машинки. Знаешь, что, мы пока ее здесь припаркуем. Выйдем. Отправим мы ее... Как ее отправлять? Ага. На эвакуатор. Эту тоже драндулет. У меня где-то там еще одна есть. Отправляю. А, мы ее в ремонт отправили.
У меня уже мест нету в парковочных этих делах. Тут ничего интересного нету. Вот это мне нравится еще машинка. Красивая какая. Сколько она стоит? У меня 150 тысяч есть. 73. Давай торгнемся за 65. Цена уж большая. Да, смотри, за 65. Так, в ремонт отправляем. И все, больше мы ничего не можем. В любом случае, поехали. В любом случае, мы тут ничего не купим. Вот это вот хорошая машинка. Ну, блин. Ладно, сделаем по-другому. Я сейчас машинки все отправлю себе в офис поставлю. И вернусь обязательно на автомобильный рынок. Еще ту машинку посмотрю. У меня еще деньги есть. А куда же тебя припарковать? Ну давай вот здесь вот так вот я поставлю ее. Опа. Нет, смотри, у нас места очень много. Нужно как-то аккуратно поставить. Блин, как же ее поставить, чтобы много места еще было? Я не знаю. Хорошо. А, тут я могу же проходить? Отлично. Теперь мне нужно следующую машину ставить. Вот эту. Давай, ну давай вот эту первую. А, поехали. Сейчас расставим тачки. По офису. Чтобы я их и мыть мог. Опа, вот здесь. Вот здесь мы поставим. Чтобы я и подходить мог к тачкам. Смотри. Они две одинаковые, что ли? Нет, немножко разные. Мусора сколько много. Да чтоб... Кто здесь это все разбросал, мусор? Надо быстренько это все убрать. Кстати, мы опыт тоже получим. И вот эту баночку Coca-Cola тоже отправляется в контейнер. У нас сколько здесь еще машинок? Еще две. А, нет, вот в эту садимся. Поехали. Сейчас мы развернемся. Дрифтанули немножко. У меня еще на ремонте там две тачки. Вот здесь вот так вот станем. Глушим. Пошли быстрее на этот самый, на ремонт. Машинки тут его заберем на всякий случай. Мало ли, мало ли. А, ну это такие вонючие тачки, стрёмные. Особенно... А, ну про эту я не знаю, но она... Мне понравилось то, что она красивая была. Также ставим ее возле офиса. Оп! Оп, 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 оп. Мне надо еще там проходик освободить. А, есть место. Да, смотри, я удачно ее. Кстати, давай посмотрим, почем мы эту машину покупали-то. 65 тысяч, нифига, это крутая машинка. Я думал, это стрёмная какая-то, это нормальная. Тикс. Да ёпсель-мопсель, садись в тачку. Сейчас развернемся. А зачем я так еду? Я же могу сразу сюда заезжать. Почему же я так делаю? И еще, тем более, смотри, красиво я ее сейчас поставлю. Оп, оп. Вот здесь. Хорошо. Зачем я постоянно так разворачивался? Ой. Можно просто было сдать назад. Ребята, вы мне почему в комментариях не написали про это? Вот эту тачку быстренько мы ставим. Тоже дандулет. Может отремонтировать? Сколько? А, с автомобилем все в порядке. Ну, это еще лучше даже. Я думал, может быть, ее чуть-чуть рихтануть. Нет, нормально. Главное, мне сейчас не въехать никуда. Ё-моё, тут движняк. Движняк, движняк. Вот сюда мы эту ставим машинку. Пугалочек. Чтобы никто не уволок. Мы дед поставил в уголок, чтобы никто не уволок. А сами... Ты что едешь-то? А сами отправляемся быстренько. Время еще есть, 5 вечера. На автомобильный рынок. Ё-моё, он сейчас закроется. Он сейчас закроется.
Тут я тачку видел. А, нет, не, пока не закрылся. Бегом тачку выбирать. Блин, ее купили. Ее кто-то купил. Да в смысле такое бывает? Здесь стояла тачка крыс. А, нет, вот она. Вот эту я хотел, машинку. Блин, а что с лобовым стеклом? Явно что-то не в порядке с лобовухой. Значит, он мне 495 тысяч. Давай торгнемся за 89. Навряд ли он ее продаст. Ну, что-то со стеклом, типа, сказать, может быть. Да, навряд ли он ее так делает. Блин, какая она крутая, смотри. И стекло интересное. Анукс, анукс, а если мы эти... А, машину нельзя мыть, да? Ладно. Я бы тебе помыл бы даже, может, ты мне скинул... А, говорит, иди нахер отсюда. Ай, ладно. Купим тогда другую машинку. Вот эту вот. Посмотрим, почем вот эта машина. Блин, фига не... 30... 42. А, сторгнемся за 37, ребята. 37 тысяч, может, 37 500 он было говорить, но... Да, мы ее купили. Отправляем ее. А вот это сколько стоит? Я думаю, вот эта маленькая, она будет вообще дорогая. Возможно, но вот не точно. Нет, за 9 нафиг. Короче, я сейчас еще самую дорогую покупаю здесь из машинок. И тоже мы ее везем 7. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот эту, может быть. Пока рынок работает. 8 дешево, пошел нафиг. Это тоже, наверное, всяко дешево будет стоить. А нет, 16, торгуемся до 14. 200, не знаю почему 200, просто так, чтобы немножко торгануться. Есть, да, купили мы машинку. Отправляем ее также к себе. Вот эту сейчас посмотрим. 8, блин, дешево, конечно. Давай за 7. За 7 тысяч ровно. Да, купил. Ой, подожди, где она? А, вот она. Так, нет, подожди, мы ее отправляем в слот. И вот эту еще купим. Ай, собака! Ночь. Не успел я купить ничего. Ладно, отправляемся домой. Завтра мы будем смотреть, что мы приобрели. Какие машинки. Ну, а на сегодня, наверное, будем заканчивать ролик, а завтра уже все продадим. Так что заходи, залетай на новый ролик. Всем пока.